Потому что я-то знаю на самом деле, кто такой Гарсия, потому что он был у меня в лагере, я спарринговал с ним. И то, что он там ходит, рассказывает, и после спарринга написал, у нас была война в Твиттере, то это вообще не отображает реальности. У меня-то он просто забыл, когда он это говорил. Я же все свои спарринги снимаю, у меня-то спарринг есть. И я, если бы был бы хайпажором, я бы взял бы, сделал бы видео, выкинул бы, как... Какая война у нас была с ним? Ну, для него, конечно, наверное, это была война. Для него была война. Он в окопе сидел всю войну. И боялся высунуть голову. Вот хотелось бы тогда спросить следующий вопрос. С Райаном ты спринговал. Люк Кэмпбелл, ты... У вас был больше. А, что ты можешь сказать по этому? Я думаю, Кэмпбелл победит. Это все зависит. Знаешь, что сейчас зависит? Кэмпбелл же переболел сейчас. Ну, там у него COVID, да, этот, корону нашли, он переболел. А как сложно он это все перенес, мы не знаем. И это же все-таки, ну, это воспаление легких, это функциональные возможности твои. Поэтому все зависит от того, как он перенес эту болезнь. Если он выйдет 100% готовый и действительно... в полном здравии своем, я думаю, он победит его, Гарсию. Много кто как бы возвышают Райана, я понимаю, конечно, много подписчиков, все хотят быть друзьями, но много кто говорит о том, что да, у этого парня действительно есть скорость, да? Так, хорошо, да? Нет, так он действительно быстрый, он резкий, да? Да? Я ж не отрицаю. Мне кажется, его... скорость, да, как бы можно говорить о том, что ой, спринговал с тобой давно, и сейчас он гораздо лучше, вырос, он совсем молодой, очень часто о нем так говорят, но скорость, мне кажется, как была вот у него, так она и осталась, он быстрее не стал. Вот по поводу его скорости, прям вот незаметные эти удары, или как ты можешь описать? Нет, ну, во-первых, опять же, скорость, ну, у него же, ну, его коронка, это левый сбоку, левый боковой. Он быстро его очень бьет. Но это проходит все на таких боксерах, с которыми он боксировал. Ну, посмотришь. Я сомневаюсь, что он сможет донести свой левый боковой до Кэмпбелла. Потому что человек знает, что в ринге нужно. How eager and just how anxious are you to get inside the ring and quiet Ryan Garcia? You know, it's this is the part of the sport, isn't it? You know, you've got to pick the fights up, but all the hard work's done. Now it's just the exciting bit. How satisfying would it be to not only just win tomorrow night, but beat Ryan Garcia by KO? Oh, I mean, fantastic. That's what I hope for. You know, that's why I train so hard. And to get a victory like that. Even Ryan has mentioned, everyone knows that you are a tough fighter, tons of experience, gold medalist, gave us great fights. But do you feel that there's still another level of Luke Kẹmbbell that we haven't seen yet? I do, yeah, I do believe that. And I believe that there's some big performances to come from me, better than I've ever been before. That, you know, you want to hurt him, you want to crush his bones. How eager are you to get inside that ring and be able to do that? I think it's just all about, you know, getting the fans excited, getting them wanting to watch a big moment in my career. And I think in the boxing world, I think it's a huge moment. So the more excited the fans are, the more I'm happy. I think the words have been said, and I think that it's not even... It's not even going to play a part, because it's the work that is the truth, and I think I know I put in way more work than him, so I'm ready to just do what I know I can do. You know, we've seen Lomachenko and Jorge Linares try to knock out Luke Kẹmbbell. Is that what you're going to be attempting to do tomorrow night?
I mean, I'm attempting to do things all the time, but I mean, I've looked for a lot of openings, and if they come, I won't miss it, and I'm ready. So all I ask everybody watching is just don't blink. I think I just want to make the fights exciting for the fans, man. I would say, you know, I would talk my talk and, you know, want to give the fans excitement, because that's what the sport needs. We don't, you know, I know people are pushing for it to be a certain way and, oh, you got to act like this, like that, but I want to give what I felt when Oscar and Mayweather fought, or Haddon and Mayweather fought, or Muhammad Ali, Sonny Liston, like things like that, that those are what inspires me. Like, that's what I want to give to the fans and the young kids watching that watch me. I want them to be excited for a fight, so that's what I try to do. If you had this an option, like, who will be the next fight for you? It's quite obvious. I mean, I want to fight Tank Davis next. And there's so much more that's in store that, you know, after this fight, and after that Davis fight, sky's the limit. I could do a lot of things, but the reason I say Devin last is just because he's my friend. But when we step in there, I'll be coming in with the same passion. I would fight anybody. So. Ryan, well, I know I mentioned that we want to see different side of you inside the ring, but of course I do love the calm and the happy Ryan outside the ring. Message for all your fans that are going to be tuning into the zone and catching your fight tomorrow night. Hi guys, make sure that you just get ready for an exciting fight. Make sure that you press record, because you're going to want to rewind it over and over again. Love you guys. Peace.